Whitney! Prdele, ty vole! Píči! Do prdele, ty vole! Здесь недалеко ехать. Это ничего? Ничего, здесь недалеко. Turn left. 5 километров всего осталось. Блядь. Обошло машину, сука. Че, ты живой? Да. Я нет. Нормально? Да, нормально. Я нет, но нормально все. Вот это, блин, молодец. Этот парень уже бедный, видно, таких дебилов сегодня. Папа, а что это вообще? Блин, новую захерачил. Папа, что он сделал? А что, сам виноват? Сам и въехал в объект. Пропусти. Охренеть! Блин, сейчас сам чуть не въехал. Охренеть! Психанул, нефиг психовать. Так, вот. Заканчивай. Пошел тут. Ёпта, твою мать. Красавец. Под фуру залез. Блять!
надо любить. Сука, блядь. Что творишь, блядь, долбоё, блядь. Баный в рот. Так баше. Да куда пидстопа? А, да ладно, где там? А как пидстоп? Что это было? Машину ёбнулись. Байдар. На себе! Опа, 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 поехали, как? Опа! Вы живы? Вы живы? Да, живы все. Это Таганрог. Город, где непослушных детей пугают видом из окна. Здесь живет Сергей Юрьевич Беляков, который, как и многие россияне, очень... Мудак ебаный, блядь. В таком массовом явлении, как мужская измена. По статистике, изменяет своей супруге каждый второй мужчина. Да ебаный твой рот, блядь, сука! Том, я же у тебя первый. Помнишь, нет? А и все, да, Хэлл, типа? Да. Он не перевернет его в конце, Хэлла? Есть лучше, есть лучше вот эта тема. Что ты думаешь, что он 3 сентября? О, блядь! В ментов! На красный! Блин, это первый раз в жизни. А, только что на 9-й фонтана возле ресторана Клыба. Deo Juanas. Ресторан Клыба. Deo Juanas синего цвета. Совершил ДТП. Врезался в автомобиль BMW семерка черного цвета. Скрылся с места преступления. Сейчас я его преследую. Госномер, сейчас. Госномер пишите 3065 ВМ 36. В полости носа у косаток находятся воздухоносные мешки. Животные издают звуки, пережимая воздух в этих мешках. Так что человеческая речь дается косаткам очень непросто. Между собой они общаются свистом и щелчками. Косаток считают одними из самых умных и опасных животных на планете. Их называют китами-убийцами или морскими волками. Эти морские млекопитающие плавают и охотятся стаями. У каждой группы есть свои звуковые сигналы, с помощью которых животные общаются друг с другом. Удивительно, но звуки косатки передают по наследству. Так же, как жители небольших городов... Пидор, блядь. Чего он? Задел, чё? Задел и уехал. Чему, блядь?
вонючий, блядь. Я тебе рассказывал, что в этот раз я когда пошла на прием. Оба! Леш! Мы все засняли! И он уехал! Ебать!
мальчик гребаный. Блять, я в зеркало смотрю, блять, ёб твою мать. Не видно, блять, блять,